Больше тайников, больше секретов, богу секретов, больше пасхалок, скрытых локаций, перевертышей, и во всем этом надо разобраться. Привет, страж! Снова на канале Triple Vibe режим сыщика. В этом видео я, Джонни Лейни, расскажу, где найти сундуки пробудившихся и как их открыть. Всего сундука найдено 3, по одному на каждой локации. Для того, чтобы он открылся, нужно вставить 3 электрических сферы. Делать это должен один игрок и притом довольно быстро, поскольку сундук появляется на короткое время, а следующего ждать придется довольно долго. Одного сундука я прождал почти 40 минут. Далее смотрите и запоминайте расположение сфер для каждого тайника. Удачного лута, страж, не забудь подписаться на канал. Счастливо!